33-летняя Полина Гагарина соблюдает режим самоизоляции с семьей в загородном доме. Певица поделилась забавным и одновременно устрашающим моментом такого досуга. Исполнительница поиграла в баскетбол с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, и детьми, 12-летним Андреем и 3-летней Мией. Семейство разделилось на пары, Дмитрий был в паре с дочерью, а Полина – с сыном. Все четверо по очереди пытались забросить мяч в кольцо. Малышке понадобилась помощь отца, после чего она справилась с этой задачей. А Полине решил помочь ее сын. Андрей поднял маму на руках, чтобы она дотянулась до кольца. Несмотря на хрупкое телосложение певицы, мальчик не выдержал ее веса. Полина упала на асфальт. Видео драматично оборвалось на этом эпизоде. Поклонники испугались за здоровье исполнительницы, поскольку падение на асфальт могло обернуться плачевно. Кошмар, какая концовка, аккуратней, Полина, все хорошо. Смешно, а человечек-то реально грохнулся, Полина, осторожнее. Мы же волнуемся, что Андрею потом было. Кто-то, похоже, отчалил в детдом, написали фолловеры. Недавно дочь Полины Гагарина изумил подарок родителей. Малышка трогательно покормила маму с ложечки. Певица потерпела курьезное поражение от пылесоса.